Вы смотрите обзор товара рюкзак слалом 55 ветри дюйма черный, темно-серый. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Описание. Городской рюкзак слалом 55 ветри удобен для перемещения грузов объемом 55 литров и весом до 25 кг. Отлично подойдут и людям, проводящим большую часть дня вне дома, поездки по работе, учебе, в спортзал, командировку или на пикник. Строгий дизайн и классическое сочетание черного и темно-серого оценят поклонники сдержанного стиля, а также те, кому важен дресс-код. Материалы и технологии. Плотная ткань 600 диполы Oxford с пропиткой ПУ защитит вещи от слабого дождя или снега в отсутствие зонта. Широкие изогнутые лямки со вставкой из пенки обеспечат комфортное прилегание груза в течение дня и оставят силы для вечернего отдыха. Удобство эксплуатации. Повседневный набор вещей легко разместится в рюкзаке слалом 55 ветри. Основное отделение займут тетради, спортивная форма или куртка, в переднем кармане паспорт, билеты, кошелька, а из боковых удобно достать бутылку с водой или термос. В будни органайзер заполнит деловые мелочи, флешки, ручки, пропуск, а в загородной поездке на реку или дачу аптечка и репелленты. Съемный поясной ремень надежно фиксирует рюкзак на бедрах, облегчая передвижение в быстром ритме города. Рекомендации по уходу. Чтобы изделие служило долго и надежно, за ним необходимо ухаживать, следуя инструкциям по уходу на ярлыке изделия. Стирка, ручная стирка при температуре воды до 40 градусов Цельсия. Изделие не тереть, отжимать аккуратно без перекручивания. Глажка, глажение запрещено. Отбеливание, отбеливание запрещено. Химчистка, химчистка запрещена. Сушка, сушка в вертикальном положении без отжима, барабанная сушка запрещена. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.